А я собираюсь поступать в этот университет на факультет иностранных языков, скорее всего, на компьютерную лингвистику, так как сейчас это очень востребованная профессия, и есть большая возможность уехать работать по обмену в другие страны. И у меня к этому очень лежит душа, к иностранным языкам, особенно к английскому. Аднойчы дзядуля назваў Дзіяну сцюардэсай, і з гэтага ўсё пачалося. Вось уже 10 гадоў яна вучыць англійскую мову і марыць працаваць перакладчыкам у авіакампаніі. Як і многія іншыя будучыя абітурыенты, дзяўчына прыйшла на дзень адчыненых дзвярэй пазнаёміцца з будучай альма-матар. Кірмаш спецыяльнасця ўсіх факультэтаў універсітэт традыцыйна праводзіць двойчы на год. Менавіта тут у нефармальнай абстаноўцы будучыя абітурыенты і іх бацькі могуць пазнаёміцца з цяперашнімі студэнтамі. Студентами, выкладчиками и знайсти отказ на все хвалюючие питания. Основная задача Дней открытых дверей – это, в общем-то, профориентационная работа. Мы помогаем абитуриентам, выпускникам школ, училищ, техникумов с выбором специальности для поступления в наш университет. И новыми формами работы в этом плане является ярмарка специальностей, где каждый факультет представляет те специальности, по которым идет обучение и подготовка специалистов для нашей страны. БРДО открыл свои двери для студентов у далеким 1945 годе. Зараз на 10 факультетах тут рыхтуют студентов по 26 специальностях дзённой формы и 12 заочной. Адукация на бюджетной и платной формах проходит с уликом потреб региона у специалистах. Новинка ближайшей уступной кампании – набор студентов для навучания на английской мове по двух специальностях. Выбор за будущими абитуриентами. А сучасные студенты, каже ректор Ганна Сендзер, вельми разнобоковые. Наша молодежь, она замечательная, она творческая. И творческая не только в учебе, но и в внеучебной деятельности. В рамках студенческой весны у нас будет проходить республиканский тур соревнований именно в плане творческих способностей студентов, арт-вокации, где наши студенты покажут свои таланты в пении, в танцах. В общем-то, молодежь такая студенческая, она такая многовекторная в этом плане. Уже проз некалькі месяцев многие теперешние 11-классники отрымают статус абитуриента и уключатся у боротьбу за студентские билеты. Зараз головное вызначиться с приоритетами и добро подрыхтоваться. Олег Завадский, Ирина Корольченко, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».